В Лабожском отремонтируют здание Дома культуры, а в здании аэропорта села Несть появится новая мебель. Сегодня на сессии Совета Заполярного района внесли ряд изменений в бюджет на 2016 год в части финансирования муниципальных программ. Расходы районного бюджета увеличены на 69 миллионов 881 тысячи рублей. В связи с этим внесены изменения в части финансирования муниципальных программ. Так увеличивается размер преференции муниципальному предприятию «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение затрат, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Размер субсидий на эти цели составляет чуть более 21 миллиона рублей. 273 тысячи рублей выделяется на проведение ремонта в культурно-досуговом учреждении деревни Лабожская. Там необходимо устранить замечания, которые были выявлены в ходе эксплуатации объекта. В настоящий момент это досуговое учреждение является филиалом Дома культуры села Великовисочная. Там уж как бы сейчас решается вопрос вообще о закрытии этого здания Дома культуры. Потому что там находиться небезопасно людям. А сейчас мероприятия массовые, столько людей будет, новогодние праздники и все-все-все. Там уже в одном помещении, в помещении библиотеки упал потолок. Там прямо такие плиты толстые вместе с светильниками, все упало на пол. Вот хорошо в это время как бы никого не было. Девочка тут была маленькая, правда, ее тут немножко поцарапала. Также увеличиваются межбюджетные трансферты поселениям. Муниципальному образованию поселок Амдерма выделяется 50 миллионов рублей для увеличения уставного фонда «Амдерма-сервис». Это предприятие в 2017 году будет выполнять работы по реконструкции наружных сетей тепло- и водоснабжения поселка Амдерма за счет средств предприятия на соразмерную сумму. Бюджетные средства будут выделены и другим муниципальным образованиям. Калмыцкому сельскому совету выделяется 711,3 тысячи рублей на ремонт пешеходного перехода в поселке Бугрино. Уменьшаются межбюджетные трансферты в связи с экономией по результатам торгов на общую сумму 2 149,7 тысячи рублей, в том числе Телесочному сельскому совету 37,2 тысячи рублей, Омскому сельскому совету 8 тысяч рублей и Антикскому сельскому совету 2 104,5 тысячи рублей. Канинскому сельсовету выделяется дотация в сумме 200 тысяч рублей на приобретение мебели в здании аэропорта села Несть и 99 тысяч на доставку пожарной автоцистерны. И этот автомобиль «Урал» перевезен уже в город Архангельск и доставлен своим ходом до города Мизень для того, чтобы в зимний период, когда установится зимник, мы его могли перегнать в село Несть. У нас в прошлом году была создана пожарный пост, и для оснащения этого поста как раз вот этот автомобиль нам очень и необходим. Такой необходимый автомобиль доставят за счет нераспределенного резерва по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Также за счет экономии бюджетных средств по торгам на снос ветхих домов сумма более 1,5 миллиона рублей будет направлена на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома номер 8 по улице Поморская. С учетом внесенных поправок параметры районного бюджета на 2016 год составили 1 миллиард 133 миллиона рублей по доходам, по расходам 1 миллиард 692 миллиона. Дефицит составил 61,1%. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».